Сейчас пик. Понедельник утро. Люди спешат на работу и по делам. Исправная работа общественного транспорта – один из показателей комфортной городской среды. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов встречается с водителями и руководством транспортного предприятия, обслуживающего дорожную инфраструктуру округа. Какие проблемы существуют и на что необходимо обратить внимание? Максим Красноцветов внимательно знакомится с поступающими вопросами и жалобами. Какие сложности пропуска? Первозданная площадь очень мешает частный транспорт. Ивантеевка 2 очень мешает. Машины бросают, уезжают. Уходят, да? Очень сложно развернуться. Плюс также снег наваливает. Ну и, наверное, окончание третьей пятилетки? Третья пятилетка... В данном случае речь идет об Ивантеевке. Движение сильно затрудняют припаркованные на повороте с улицы Колхозной на улицу третьей пятилетки автомобили. На таком длинном автобусе невозможно. То есть ты вылазишь на встречку, вырулить, не зацепить его. Водителей общественного транспорта волнует и уборка снега с остановочных пунктов. Не всегда получается подъехать вплотную к тротуару. И это создает проблемы для жителей пожилого возраста и мамочек с колясками. Кроме того, водители общественного транспорта просят решить вопрос с фурами, которые оставляют на стоянке для автобусов на детской. Проблема с парковкой актуальна для многих конечных пунктов. Что же касается исправности подвижного состава, руководство предприятия подчеркивает, что в целом весь транспорт в удовлетворительном состоянии. Пушкинская автоколония, в общем, в целом, полное количество подвижного состава порядка 140. Средний возраст подвижного состава 5,5 лет. В принципе, этого хватает для того, чтобы ежедневно полноценно закрывать линию. Водителей порядка 25. Пушкинская производственная база транспортного предприятия ежедневно выпускает на линию порядка 118 автобусов, которые обслуживают 25 маршрутов городского округа Пушкинский. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа.